Под обстрел попала спортивная площадка перед Дворцом творчества детей и молодежи. Палил мужчина прямо с этой аллеи. И не с какой-нибудь травматики, а из боевого автомата. По крайней мере, так показалось этому очевидцу. По его словам, все случилось накануне в 6 часов вечера. Сначала стрелок сидел на газоне и собирал оружие, а затем началось. Услышал, как он передернул затвор. Щелчок такой характерный. И после этого произвел выстрел вот в сторону того дома, первый, и потом, очередь, не очередь, а как бы 5 или 6 выстрелов было одиночных таких подряд. Пули едва не попали в двух женщин, которые как раз проходили через спортплощадку к жилым домам. Испуганный очевидец вызвал полицию. Буквально через 2 минуты на место прибыли 3 экипажа ППС. Стрелка задержали. Он оказался настолько пьян, что допросить его удалось только сегодня. Был задержан мужчина 77-го года рождения. Он является уроженцем Уссурийско-Сибирского. Братски проживает без регистрации, не имеет документов. То есть лицо без определенного места жительства. Решил воспользоваться случаем и взял ружье, которое ему показывал его знакомый, когда они распивали спиртное, и пойти пострелять, объясняя этим, что ранее никогда не пользовался подобным оружием, и направился в, как ему показалось, безлюдное место в парке на улице Ленина. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оружие изъяли. Оказалось, оно только с виду напоминает автомат Калашникова. На самом деле это охотничий карабин «Сайга». Разрешение оказалось у приятеля стрелка, однако это не спасло его от ответственности. Хозяина карабина уже оштрафовали на 500 рублей за ненадлежащее хранение оружия. Ну а стрелку грозит до 5 лет уголовной ответственности по статье «Хулиганство». Ксения Шилова, Александр Сысоев, Новости ВСТ.